Жители частного сектора жалуются на работу регионального оператора по обращению с отходами. Об этом говорили на совещании в мэрии Магадана. Проблема в зоне внимания специалистов городского управления административно-технического контроля, которые еженедельно мониторят ситуацию. Не выведен мусор на 13 контейнерных площадках, на 12 мусор выведен. На 18 контейнерных площадках не было подбора. Чисто фиксировалась такая термин, ну, условно назовем его, свалкой на 6 контейнерных площадках. Это за неделю, за прошлую неделю. В частном секторе города более 40 контейнерных площадок. При скоплении мусора, который фиксируют специалисты городского управления административно-технического контроля, у регионального оператора есть неделя для вывоза отходов. В этом году предписание выполнили вовремя, отмечают инспекторы. В свою очередь, организация, ответственная за обращение отходов в городе, обещает до конца лета установить в зонах домовладений несколько десятков новых контейнеров. Говорят, в том числе из-за нехватки баков, уже многие годы можно наблюдать свалки в частном секторе.